В городском округе Люберцы полностью завершили ремонт дорог, которые вошли в план 2021 года. Заключительные работы прошли на Хлебозаводском проезде. На автомобильной дороге общей протяженностью 620 метров положили новый асфальт. Площадь участка, где прошел ремонт, около 4,5 тысяч квадратных метров. Чтобы справиться с задачей, подрядной организации потребовалось чуть больше недели. С 29 сентября движение автомобилей на этом участке было ограничено. Начало ремонта было 21.09, и вот сейчас заканчиваем. Было подтопление, которое мы устраняли путем подъема полотна. Погодные условия сейчас подходящие для проведения данных работ. Напомню, всего в этом году в городском округе Люберцы отремонтировали 45 автомобильных дорог. Их общая протяженность составила порядка 20 километров.